Мы продолжаем нашу экспедицию в Гисарский государственный заповедник. Наша цель – сбор видеоматериала для серии передач о местной природе, зимних пейзажах, а также редких животных, таких как снежный барс, сибирский горный козел, кабан и других видов, обитающих на территории Гисарского государственного заповедника в этом регионе. Предыдущий выпуск нашей передачи мы завершили, когда вернулись к месту нашей стоянки с верхней части ручья Куркурак. С этого места мы продолжим следующую часть нашей программы. Поскольку ночью был мороз, толстый слой снега на дороге тоже замерз. Вот почему мы вышли в дорогу поздно, около 9 часов. Сегодняшний маршрут будет к вершине Кумлисая. Из-за того, что дорога сильно замерзла, наши машины не смогли подняться на Акташсайскую возвышенность. Дорога была засыпана толстым слоем снега, поэтому наша машина не могла двигаться вверх. Это первая машина. Если вы едете в горах, не соблюдая осторожность, машина, даже та, что приспособлена для горных условий, будет с трудом передвигаться. Теперь надо взять лопаты и подсыпать земли под колеса. После этого мы продолжим наш путь. Хорошо, что мы взяли с собой лопаты. Мы забросали грязью ту часть дороги, которую было трудно проехать. Мы испугались, когда машина поехала задним ходом. Вот так вот съехала вниз. Осталось немного, и она бы упала вниз. Когда мы были в метре от подъема, машина дала задний ход и поехала вниз. Это нас сильно напугало еще до перехода из одного места в другое. Она чуть было не съехала во овраг, потому что задней частью машина съезжала в этом направлении. К счастью, наш сопровождающий, сидевший рядом с водителем, дал верный совет. В противном случае ситуация была бы очень опасной. После этого наши машины поехали по снежно-ледовой дороге. Пока мы выбирались, потеряли около часа. Но мы продолжаем путь с хорошим настроением, довольны тем, что избежали опасную ситуацию, повреждений и травмы. Еще через 40 минут ходьбы мы достигли нижней части Кумлисай. Дальше пойдем пешком. Окрестности невероятно красивы. Представляете, пока мы любовались просторами вокруг, неожиданно увидели оленей. Наш второй день тоже начался хорошо. Мы наблюдали за ними сверху с помощью дрона.
Бахтерики, а какова готовность? Мы готовы. Ноги крепкие? Ноги крепкие. Найдем снежного барса, правда? Да. Обязательно найдем. В какую сторону? Сейчас мы идем в этом направлении. По эту сторону находятся Гандагрим и Кашкабулак. Будем двигаться в этом направлении? Да, будем двигаться. Сейчас через Гандагрим пройдем в сторону Каранкуль. Там будет много оленей, как справа, так и слева. В руслах рек водятся такие животные, как свиньи, фазаны и зайцы. У нас здесь много зверей. Да. После этого мы отправились дальше, кто-то верхом, а кто-то пешком. Снега по колено. Впереди нам прокладывает дорогу наш проводник, а мы следуем за ним. Иначе никак не пройти. Здесь очень сложно двигаться. Здесь еще не так холодно. Морозно в основном в тех местах, где скала загораживает солнце. Там и утром, и вечером бывает очень холодно. Толщина снега 50 сантиметров. Значит, здесь снег толщиной 50 сантиметров. А представьте себе, какой глубины снег выше, куда мы направляемся. Много-много. Места, где ветер собирает снег, толщина снега, вероятно, достигает 1,5 метра. Говорят, что в этом году выпало много снега. Это хорошо. Конечно, в таких условиях лошадь – лучший друг человека. Облегчает ваш груз, а дорогу делает близкой. Нам на помощь пришли служебные лошади. В настоящее время в Гессарском государственном заповеднике насчитывается около 60 служебных лошадей. 30 из них постоянно обслуживают 30 инспекторов. А около 20 мы выращиваем в специальной конюшне, чтобы увеличить их поголовье. Это животное издавна считалось другом человека. О лошади сложено много легенд. Когда я катаюсь на лошади, я вспоминаю произведение нашего любимого писателя Тагая Мурада «Сумерки, когда заржал конь». Если кто-то читал это произведение, он обязательно проникся любовью к лошадям. Наши инспекторы также уделяют особое внимание лошадям. Мы кормим их по предписанному рациону, большое внимание уделяем питанию, особенно в суровые зимние дни, когда еды мало. Ухоженная зимой лошадь покажет хорошие результаты в ближайшие весенние, летние и осенние сезоны. Лошади – друзья наших инспекторов. Когда надо, они всегда защитят инспекторов в условиях дикой природы. Уход за лошадьми находится под нашим особым контролем. Мы пришли в место под названием Гандагрим. Большую часть пути до этого места мы шли по колено в снегу. Здесь мы присели, чтобы немного отдохнуть. У нас завязался оживленный разговор с сотрудниками заповедника о предстоящей работе и ожидаемых новостях. Основное внимание уделяется развитию туризма в пограничных районах каждого региона. В рамках проекта ООН по сохранению природы заповедников в настоящее время финансируется 700-метровый пешеходный коридор в район Султушар-Саед-Джабал.
МФИ в размере 200 тысяч долларов США с целью создания условий для отдыха местных жителей и туристов. Я думаю, что в этом районе будет построен прекрасный экотуристический центр, и он станет местом, где с очень большим размахом будет развиваться внутренний и внешний туризм. Танхоздарьинском управлении начаты предварительные работы по развитию экотуризма. В первую очередь нашим людям, потом всем туристам из-за рубежа. Я думаю и надеюсь, что им понравится здесь. Как вы можете видеть, в этом году количество осадков было хорошим. Мы и представить себе не могли, что будет столько снега. Снега больше, чем мы думали. Благодаря этому дару природы нынешний год окажет значительное влияние не только на урожай жителей нижних регионов и последующие доходы, но и на увеличение численности флоры и фауны в заповеднике. В прошлом году, когда вы посетили все участки Гисарского государственного заповедника, такого количества снега и дождей не было. Поэтому в прошлом году отсутствие осадков негативно сказалось на настроении людей, на мире растений и животных, обитающих в дикой природе, на сельском хозяйстве и животноводстве. Благодаря обильным осадкам в этом году мы ожидаем, что он будет плодородным для всех. Для наших фермеров, пастухов и людей, и что будет много воды. Безусловно, он принесет большую пользу как животным, так и растениям, положительно повлияет на их размножение и развитие. В этом году наши люди и мы тоже очень рады такому снегу и такой погоде. Это Божье благословение для нашей страны. Честно говоря, мы очень этому рады. По пути мы видели, что животные заповедника перемещаются в ближайшие районы. Конечно, в такое время их защита немного усложняется. В этом случае с целью предотвращения возможных жертв надзорные органы планируют провести разъяснительную работу среди населения, проживающего на территориях, прилегающих к заповеднику. В Шахрисабском, Китабском, Камашинском, Яккабакском и Дехканабадском районах расположено 13 населенных пунктов на площади более 80 тысяч гектаров. Есть также ряд населенных пунктов в соседней Сурхандарьинской области и Таджикистане. Ситуация с нанесением ущерба природе Гиссарского государственного заповедника также наблюдается со стороны некоторых беззаконников, проживающих в этих населенных пунктах, и со стороны домашнего скота жителей. В первую очередь, в каждом населенном пункте мы будем привлекать широкую общественность и сотрудников правоохранительных органов, чтобы пропагандировать среди этих людей, особенно нашей молодежи, необходимость защиты природы. Мы будем проводить разъяснительную работу о том, что Гиссарский государственный заповедник является охраняемой территорией, где все растения и животные находятся под охраной. Я считаю, что наша человеческая задача и долг – сохранить редкую красоту этой природы. И этим должны заниматься не только мы, инспекторы, но и все люди. Теперь наша главная цель – защитить животных и птиц, которые мигрируют в сезонный период, и сделать так, чтобы они снова сюда вернулись. Проехав по красивым местам и заснеженным дорогам, мы вышли к ручью Кашкабулак.
Это место похоже на большой перекресток. Дорога шла в трех направлениях. Пока мы наслаждались красотами природы, неожиданно рядом с собой увидели кабана. А рядом с ним были два оленя. Снимая кабана, мы спугнули оленей. Свиньи могут рожать два раза в год, в среднем по 20 поросят. Поэтому молодняк свиней является одним из основных источников пищи для снежного барса. Передвижение по крутым склонам не только сложный, но и опасный процесс, потому что в любой момент камни под ногами могут обрушиться и скатиться в обрыв. Однако козлов это нисколько не волнует. Они чувствуют себя уверенно и свободно, потому что адаптированы к этим местам. Но даже в том случае, если во время их движения скала под ними вдруг обрушится во враг, они замирают на месте или двигаются медленно. Подойдя к этому месту, дальше мы пошли пешком, потому что в этой стороне лошадям сложно передвигаться. Вот почему мы оставляем лошадей здесь, а дальше пойдем сами. Ну ладно, пошли вперед. У нижнего слияния ручьев Куралай и Кашкабулак мы сделали привал, чтобы передохнуть и пообедать. Мы с аппетитом ели ароматные деревенские лепешки, запивая их целебной горной водой и отдыхали, ведя душевный разговор с нашими собеседниками. А они такие страстные и одержимые своей работой, пытаются решить какие-то свои вопросы. Около 80 фотоловушек распределено между 30 госинспекторами, и они установили их практически на всех участках Гисарского государственного заповедника. Эти фотоловушки фиксируют все, что здесь происходит. Какие-то ситуации, животных, случаи браконьерства, нарушения правопорядка. Короче, все события и действия в данной местности. Этим они очень помогают нашим инспекторам. Они размещаются на большом расстоянии друг от друга и имеют большой охват территории, поэтому способны отслеживать движение на большом расстоянии. Сейчас мы живем в век передовых технологий. С помощью информационных и коммуникационных технологий мы сможем охватить все приграничные территории и контролировать перемещение всех животных. Их привезут и установят в очень короткие сроки. После этого у нас будет возможность наблюдать подробности любых событий в самом сердце природы, не делая обход, как сейчас, а сидя на одном месте. После обеда мы продолжили свой путь. Представьте себе, что героями нынешней экспедиции стали наши операторы. Они увидели двух леопардов, проходящих под скалой. Не сможет убежать. Будь готов, чтобы запустить дрон. Сейчас вот я снимаю. Вот.
Изучая повадки снежных барсов, мы еще больше поражаемся тому, насколько это интересное и увлекательное существо. Например, если взять хвост снежного барса, который составляет 3/4 его тела, то он выполняет несколько функций. Защищает снежного барса от замерзания в холодной ночи, помогает сохранять равновесие и повышает ловкость при погоне за добычей на высоких скалах. Кроме того, во время нехватки пищи запас жира в хвосте обеспечивает его питанием. Леопарды, казалось, почувствовали нас и исчезли, как призраки. Мы думаем, что это были молодые леопарды, недавно разлученные со своей матерью. Поскольку ирбисы изначально начинают совместную самостоятельную жизнь, они обычно какое-то время остаются вместе. Через определенное время они уходят. Самки достигают половой зрелости в возрасте 3 лет, а самцы — в возрасте 4 лет. Надеясь найти снежного барса, мы шли в том направлении, где они исчезли, когда встретили сотрудников охраны, которые вели наблюдение. Это инспектор отдела реки Тангаст. Они проверяют окрестности Куралашсая, заменяют фотоэлементы и чипы. Сейчас они сами об этом расскажут. Они, установив фотоловушки и взяв изнутри фотографии, возвращаются. Проверяем фотоловушки с верхнего перевала ручья Куралай, участка реки Тангаст. Меняем в них батарейки и вспышки. Короче, обслуживаем. Хорошо. А какой регион вы сказали? Район ручья Куралай. Это ваши фотографии, несколько ловушек, которые были распространены в интернете? Да, мы снимали. Это снимки у ручья Куралай на участке реки Тангаст. Где изображения? Они у вас есть? Можете показать? Да, есть. А, можно сказать, что это на высоте 3000 метров над уровнем моря? На высоте 2500 метров. Значит, леопардов снимали здесь, да? Да. Сейчас начался брачный сезон, верно? Да. Брачный сезон длится в феврале и марте. А в мае и июне рождаются детеныши. Снежным барсом, попавшим вчера в фотоловушку, пришло время убирать себе пару. Конечно, наличие фотоловушек в заповеднике – это очень важно. Это оборудование дает возможность запечатлеть интересные, красивые, уникальные кадры о животных в различных погодных условиях, не мешая их привычному образу жизни. В этом сама суть работы. Они взобрались на скалы Куралай и Кашкабулок и поставили наши скрытые камеры в местах, где ходят леопарды. В итоге удалось запечатлеть 2 снежных барсов. Летом 2 камеры ставили друг против друга, со стороны ели и со стороны скалы. Благодаря этому нам удалось фотографировать этих 2 леопардов с разных ракурсов. Правильная расстановка фотоловушек в местах частого прохождения животных, обеспечение их работы в неблагоприятных погодных условиях и их контроль, безусловно, сложный процесс. Это требует больших знаний и опыта. У камер Башнет есть такая особенность, что они снимают очень четкое видео. Первая камера прекращает запись через 30 секунд, а затем вторая камера начинает запись. Первая камера перезаряжается за 30 секунд. В результате 2 камер, которые 2 раза перезаряжались, мы получили такие великолепные по качеству кадры. Камеры работают с инфракрасным светом. То есть они фотографируют только тогда, когда мимо проходят животные, и только в том случае,
если оно будет находиться на расстоянии до 18 метров от места, где установлена камера. Сейчас температура 5 градусов, но к вечеру понизится на 1-2 градуса. В зависимости от температуры воздуха, мощность начинает снижаться. Это ее главный недостаток. Глядя на фото и видео, очень мало снимков, сделанных ночью, в зимний день. Размещение фотоловушек имеет свои нюансы и требует определенного умения. Они расставляются в соответствии с ростом каждого животного и толщиной снега. Если в этом процессе будет допущена небольшая неточность, качество изображения может быть непригодным. Мы первыми в Узбекистане в 2013 году установили скрытые камеры и фотоловушки на территории Гисарского государственного заповедника. При площади заповедника более 80 тысяч гектаров мы разместили здесь 75 скрытых камер. У нас наработано 9 лет опыта в этой области. За эти годы мы установили камеры в разных местах и делали эту работу в разных условиях. Были случаи застревания на снегу. Мы начали ставить в местах, где есть деревья, на высоте, соответствующей росту леопарда, то есть 90 сантиметров или 1 метра. Если выпадает метровый снег, то поднимаем камеры на 20-30 сантиметров выше. Мы разместили камеры для медведя и снежного барса на разных уровнях, в соответствии с их размером и ростом. Для рыси ставим на высоте 50 или 60 сантиметров. Да, в объектив камеры марки «Башнет» попал 21 снежный барс. 9 из них были сфотографированы, 12 из них сняты на видео. 75 камер недостаточно для того, чтобы полностью охватить более 80 тысяч гектаров земли. Для того, чтобы определить реальную численность леопардов, нам потребуется разместить еще 70 скрытых камер в районе их обитания. Только тогда у нас сложится реальная картина. Может быть, их количество не 37, а 40 или 50? Сейчас мы прошли среднюю часть ручья Куркурак. Можно сказать, что мы почти приблизились к его верхней части. Но так как день подходит к концу, нам придется отсюда повернуть назад. На протяжении обратного пути один из нас подскользнулся, а другой на узкой тропинке потерял равновесие и упал. Но эти трудности – ничто перед благодатью, позволяющий нам увидеть своими глазами волшебные пейзажи заповедника. Если мы позаботимся о природе, ее деревьях и животных в том месте, где живем, эта благодать может быть дана каждому из нас. Не забывайте, что созерцание природы положительно влияет на настроение и здоровье человека. Мы почувствовали, что уже проголодались. Выпитая нами речная вода еще больше возбудила аппетит. Мы знаем, что речная вода содержит много щелочи, ускоряющей метаболизм. Тем не менее, по пути пьем ее досыта. Выполнив запланированные на сегодня дела и вернувшись на нашу стоянку, недалеко от горного пика мы увидели оленей, вышедших на вечерний корм. Вон, видите? В той стороне. Вон, где снега немного. Видите? Да, вот в этом направлении. За
засняв олени и понаблюдав за ними, мы вошли в дом. Завтра, согласно плану, мы отправимся к Новтераксаю. Здесь мы пока остановим наш рассказ и продолжим тему в следующем выпуске нашей программы.